Привет всем и фанатам яблочной компании, и тем, кто не очень подолюбливает Apple. Ну, вот ситуация такая. Комсомолка, одно из первых российских изданий, получила iPad на тестирование. iPad – это новый планшетник, выпущенный компанией Стива Джобса. 2 апреля начались его продажи в США. У нас он пока не продается официально, но, в принципе, при желании раздобыть эту технику, чудо-технику, можно. И вот ребята, которые везут сюда для желающих iPad'ы, нам дали одно такое устройство на тестирование. Значит, первое ощущение. Вот мы достали его из коробки, посмотрели, тяжеловато. Ощущение такое, вещица такая плотненькая. Я думаю, что по весу он равняется обычному нетбуку. Грамм 700-800 в нем есть. Причем, насколько я знаю, стекло и корпус алюминиевый весят одинаково. Ну, так вот солидненько. И я думал, что он легче, честно говоря. Хотя, в общем, читал технические характеристики до того. Вторая проблема. Это сенсорный экран, на котором остаются пальчики. Нам дали устройство, которое уже кто-то, видимо, тестировал или развлекался. Пришлось специальной тряпочкой протирать пальцы. И после того, как ты вводишь тут всякими иконками, управляешь, остаются следы. Вот это вот. Тряпочка специально Apple-ская, вот она пригодится, ее надо все время держать с собой. Третья проблема, которая тоже сразу же бросается в глаза, это то, что его не за что держать. Нету эргономических выемок таких, не очень понятно. Вот так. Чуть-чуть ты вот так пальцами берешь и по краям залапываешь. Вот это первое ощущение. Теперь будем смотреть, что собой представляет само устройство. Ну, конечно, это на первый взгляд iPhone, наевшийся стероидов или анаболиков. То есть, в принципе, тот же самый интерфейс, те же самые знакомые нам программы и просто вот такой же кант. В общем, похоже на Apple. Но процессор тут другой. Тут процессор 1 ГГц, А4, как они говорят, что за А4, не понимаю. Но работает очень быстро все. Летает практически все иконки, все, что надо. Быстро переворачивается, быстро возвращается. Что у нас тут есть? Во-первых, конечно, как и все устройства от Apple, полноценно iPad живет в среде Wi-Fi. Если есть хороший канал подключения к интернету по беспроводным протоколам, вы получаете все, что вам нужно. Если нет, то только те программы, которые тут могут жить без интернета. Это, допустим, читалка. Вот она такая. Это гонки. Красота неимоверная. Не тормозит практически ничего. Работает очень хорошо. Погнали! В общем, все реалистично и к играм, которые, в принципе, требуют довольно больших ресурсов компьютера, претензий нет, как они работают. Дальше смотрим по тем программам, которые здесь еще есть. Значит, ставим «Комсомольскую правду», нашу любимую газету, извините уж. Очень быстро, очень удобно. Это вот тут что сказать. Браузер достаточно большой, быстро загружается, и мы получаем экран, можно читать все, как в обычной газетной странице. Тот же принцип увеличения, уменьшения, но это, конечно, совсем другое дело. Вы практически получаете газету «Комсомольская правда» в электронном варианте у себя на устройстве. Мне нравится. Значит, есть куча программ, которые достались iPad в наследство от iPhone. И они, в принципе, рассчитаны на размер телефона. Пожалуйста. Вот он, iPhone. Вот он размер.
спрашивается, почему бы не сделать, если уж есть такая большая игрушка, на весь размер. Нету такого варианта пока. Это плохо. Другие программы, которые показывают карты, тоже, видите, они рассчитаны на экран, вот начинает плыть изображение. Они рассчитаны на размер маленький айфона. То есть, в принципе, собственно, программ для iPad не так много. Под iPad, на iPad идут программы из App Store, рассчитанные на iPhone, но они не все адаптированы под размер экрана нашего планшетника. И это, мне тоже кажется, минус. Ладно, теперь посмотрим, что у нас есть по, допустим, фотографиям. Фотография. Вот такая фишка, удобная, кстати. Не надо все фотографии группировать, мучиться бегать по экрану. Вот они сгруппированы. Вот, пожалуйста, вот они есть. Можно их вернуть и вот смотреть, что у вас есть. Теперь видео. Видео. Где у нас видео? Вот оно, видео. Как идут фильмы? Вот он такой. Вот он. В принципе, iPad дает разрешение High Definition, высокого разрешения. Пожалуйста. В принципе, это вполне приличное изображение для того, чтобы смотреть кино. Размер экрана нормальный. Качество тоже вполне приличное. Вот теперь вопрос вот какой. Для чего мы используем iPad? В принципе, вот в этой модели, которая уже продается, есть только Wi-Fi. Модуля 3G нету, и модуля навигационного GPS тоже нет. В принципе, считается, что это вот моделька, которая может вам помочь и для работы. Значит, мы можем здесь писать тексты. Пожалуйста. Новый документ открываем. Выбираем чистый лист. Клавиатура виртуальная. На мой взгляд, это минус, хотя можно подключать и внешнюю клавиатуру. Дело в том, что, а как вы будете набирать текст? Допустим, набирать смс-ку, вот, допустим, вот так вот. Ну, еще более-не-менее, куда ни шло. А если действительно серьезно работать, то как? Класть его на стол? Не очень удобно. Нужна все-таки, мы привыкли под каким-то наклоном. Его нету. Держать в руках? Тоже не очень удобно. Кстати, вот здесь есть такая кнопочка, которая поворот отключает. Если вот мы взяли писать текст, взялись вот он, вот так. Но мне, честно говоря, вот это не нравится, потому что, получается, во-первых, ты тарабанишь по виртуальному экрану, и экран сразу залапывается, остаются следы. Во-вторых, все-таки вот так, негде примоститься, неудобно. Все-таки клавиатура для ноутбуков, она поприятнее, поудобнее. Вот, теперь по программам. Вот, к сожалению, вот как я уже говорил, не только Google Map, но и вот, допустим, радио, все получается в формате iPhone. Когда оно дорастет до нормальных размеров, неизвестно, и это тоже печалит. Так. Ну, естественно, как мы уже говорили, описывая эту модель в разделе «Умные вещи», здесь нету многозадачности, то есть если вы работаете с одной программой, то другие программы вам недоступны. Нету камеры, то есть вы не можете сделать видеозвонок или просто снять что-то на фото или на фотопрограмму или видеопрограмму, что тоже минус. В принципе, вот общая оценка какая? Конечно, это фишка. Я не знаю, насколько она удобна и насколько она придется к людям ко двору. Пока это такая вот гаджет, который вот необычный, любопытный, забавный, удобный. Я бы поставил удобство так, троечку, четверочку. Развлечение, мультимедийность, пятерочку. Функциональность тоже троечку. Я думаю, что в ближайшее время, насколько я понимаю политику Apple, появится операционная система, которая будет поддерживать многозадачность. Все-таки адаптировать программу, которая рассчитана для айфонов маленьких, под iPad один в один было неправильно.
Думаю, что появится модуль, или отдельно надо будет докупать, либо появится здесь вот, или вот здесь вот, в ближайшее время в новом iPad камера. Вполне возможно, что вот такую фишку американцы выпустили специально для того, чтобы заставить свое место на рынке. Потихонечку они будут развиваться, так как развивались iPhone. Сначала iPhone, потом 3G, потом 3GS. Вполне возможно, что и iPad сейчас претерпит в течение года серьезные изменения. Но вот как будет складываться жизнь тех, кто уже купил iPad, а в Америке только таких около 800 тысяч, не знаю, либо они будут модернизировать, либо покупать второе устройство, более удобное. С вами был Александр Милкус.